На днях в социальных сетях распространилась информация о том, что 22 декабря после пятничного намаза в Махачкалинской мечети, расположенной по улице Малыгина, планируется провести несанкционированный митинг за освобождение тех, кого арестовали за беспорядки в аэропорту Уйташ. Зачинщиком является администратор телеграм-канала «Утро Дагестана». По его словам, выбор сборов был выбран не случайно, так как эта мечеть находится в центре города. Для недопущения участия в подобных акциях каспийчан сотрудники полиции города проводят профилактические мероприятия. На автодорогах патрулируют машины ДПС, а на въезде установлены посты. Уважаемые горожане, соблюдайте бдительность в отношении своих близких и детей и не ведитесь на провокации.